Дорогие друзья, здравствуйте. Немножко терпения. Я вообще хочу вести в курс, показать, что будет, какие изменения будут в плане обучения Python Django. Мы берем полностью курс уже на профессиональное русло. Да? То есть для новичков достаточно информации, она будет все, вся помещена. Ну, давайте сначала я отмечу, а потом расскажу отдельное направление по бустрапу и отдельное направление по искусственному интеллекту. и Зачем это надо? Вконтакте я дам, писал статью, вы почитаете ее, что будут возобновлены уроки. Итак, вот смотрите, еще в 2014 году я делал этот сайт. Он был сделан неправильно. Ну, во-первых, сейчас секундочку, я здесь себе кое-что пометил. Итак, смотрите. сейчас мысль соберу в кучу профессиональное обучение уже у нас началось то есть для новичков я посчитал что э, достаточно много но я еще допишу все-таки курсы но уже э, когда джанга 2 вы здесь посмотрите что э, мы начали работать с сервером да то есть любой программист, должен уметь настроить свой сервер, сформировать его, грубо говоря, собрать, установить, собрать, поддерживать и развивать. При этом мы не будем останавливаться. Сейчас мы закончили как раз уроки по стандартному серверу. Грубо говоря, на слух воспринимайте, это Django, WSGI-модуль, Apache что там еще? Добавим еще, конечно, Nginx, на который потом отдадим статику, а Apache будет обрабатывать только сайт. Но на этом мы не будем останавливаться. Будем делать разные варианты серверов, чтобы Linux у вас просто был разложен по полочкам. Поэтому, когда вот я смотрю Всегда даю читать. Сейчас секундочку остановлю. Пока найду. Извините уж так буду останавливать, потому что просто вот есть у меня сейчас желание высказать, что будет изменено в школе, хотя в школе уже 17 суток видео. Но все-таки будем двигаться еще к более углубленному пониманию и еще более профессиональному, уже с более жестокими, не жестокими, а жесткими требованиями. Я от вас требовать ничего не буду. Я просто ставлю задачу. А вы захотите, будете это требование применять на себя. Вот сейчас покажу на примере бустра, курса, который будет сейчас новый. Сначала, чтобы вам было интересно, и вы не зря думали, что тратите время, по крайней мере, э, уже вас это видео к чему-то направит. Э, я зачитаю, потом немножко уже покажу. Итак, э, система моя основана на изучении нескольких языков. Вы, наверное, уже знаете, я вот опять остановлю, добавлю видео некоторые. Извините, я как раз закончил. Вот эту статью дам. Так вот, э, когда пришел вот Тори, да, с Казахстана парень, и вот он для себя писал план. Здесь вот я дам эту статью, посмотрите две видео. Как раз таки, э, два видео, как раз таки там э, рассказана методика, и э, есть первичный план. Вот вы, допустим, новичок, 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 и вы, сейчас я посмотрю, есть ли здесь это видео, или потом... Угу, есть. Первичная, да, то есть э, план от и ваш план и ответ на вопрос, как, собственно, изучать язык в принципе, вот эту новую систему я и начал вкладывать, да, то есть, почитайте это, посмотрите видео, чтобы сейчас не отвлекаться. Значит, уже начали делать упор, и будем продолжать дальше делать упор на сервер. Вот не зря я вам показывал эту запись, и скажу вот ошибку ребят. Приходят ребят, ребята, допустим, пользуются Windows, и продолжают в школе пользоваться Windows, что что является очень большой ошибкой. Ребят, вот смотрите, вот правильный подход, не зря вот Тори написал, да, снес Windows, поставил Ubuntu. Если вы хотите качественно освоить сервер, то сделайте Ubuntu настольной системой, потому что уйдет время, пока вы разберетесь в командной строке, уйдет время, пока вы разберетесь в структуре каталогов, намного. И, допустим, занятия по серверу, которые мы проходим, там же мы работаем только с командной строки. Бо, ребята, ну говорю, руки поотбиваю, как только кто-то интерфейс поставит какой-то визуальный. Не, не дурите. Все с командной строки. Linux вам должен сниться. И вот все по-другому не будет. Хорошо. Почитайте, сделайте выводы не зря я коснулся этого сайта сделал он был в 2015 году сделал был очень плохо но понимаете ну вообще ну тогда не было понимания а как сделать школу да хотелось то есть школу я сделал в принципе в тринадцатом году да начал но как что сделать вот как казалось тогда правильно так и сделал и конечно получилось очень плохо с годами с годами получилось то, что э, э, какие бы вот эти именно курсы сейчас буду писать, да, вот всех этих ошибок. Возможно, когда вы начнете свой отсчет от более правильных вещей, у вас будут еще круче вещи. Проект стал раздутый. Грубо говоря, редактирование не подлежит. Дизайн был сделан совершенно не, неверно. То есть э, в чем была неверность? И сейчас покажу, как делать правильно. И докажу, почему. Если посмотреть, то было заложено сразу с главной страницы основная структура. Вот видите, это ужас. И поэтому ну, медленно двигается разработка нового сайта, потому что только наворотил, что сам теперь не могу разобраться. То есть, была заложена одна структура, и, грубо говоря, редактирование блоков каких-то, да, разделов практически не было возможным. Давайте сейчас вот сразу более конкретики вернемся к Бустрапу, уже к новому сайту, и поговорим в связке с Пайчаром. Да? То есть нас же интересует Пайчаром, я старый сайт пока закрою, который сейчас как раз-таки работает. Давайте откроем и поговорим вот что я имею в виду. То есть... Так, секундочку, много я хочу сказать, но уж потерпите. Так, сразу я вывожу домашнее задание, которое кто захочет, будет делать. Итак, требования к сайту. Доступность в один клик. Доступность с одного места, использование не более двух цветов. Подробное разделение с целью дальнейшей работы над сайтом. Вот сейчас нас вот это интересует. Вот смотрите, давайте посмотрим. Вот это уже новый дизайн, где в принципе учитывается то, что доступно все с одного места. Ну, например... Если э, вот у нас, мы, мы вот этим меню, мы переключаем, просто здесь еще не написал, Питон, Джанга, Джупитер и так далее. Но переключившись на раздел, всегда в разделе есть меню. И, например, где бы мы ни были, ну, например, пошли проверка заголовков, э, смотрим курс, и всегда можем вернуться опять категориям, да? А вот теперь то, что за эти годы до меня дошло, при этом, ну, конечно же, учитываем, чтобы все работало на любых экранах. оно работает. То есть вот эти все вещи будем разбирать, как это делается. И здесь, в принципе, ребят, сразу забегу вперед. Здесь понимание применения контейнеров. Контейнеров и разрешение экрана. Так, ладно, давайте сначала посмотрим вот что. Сам сайт. Вот смотрите, на самом деле базовая страница у меня включает на сегодняшний день только меню. Обратите внимание сначала на идею, да, как вот за эти годы я пришел. То есть сайт начал проектировать таким образом, чтобы никогда не было путаницы. То есть смотрите, например, на бар у меня э, главный бар это базовая, но я в любой момент могу взять его и переписать, и это не будет влиять, потому что это отдельный блок, изменится только. Э, бар, да, единственное, что возможно, есть все. Далее, далее я разделил второй блок, который у меня является основным, это сам кабинет, который не включает бара, не включает вот этих всех вещей, они все отдельно, вы понимаете вот суть, да, все отдельно должно быть редактироваться. То есть, по сути дела, сейчас покажу. То есть, по частям это выглядит так. Вот отдельный блок э, э, бла, бар навигации. Вот отдельный блок только без навигации. И вот это тоже у меня убрано на самом деле. Это просто я проверял, да. Но э, разделены считаем контейнеры то есть э, уже раз контейнер два контейнер и уже разделены на подменю сами меню сами меню э, вставляются отдельно вот сюда это я сейчас ставил текст мы можем ставить абсолютно любой блок да э, понятно э, то есть вот это чисто вот этот блок, который... Сейчас, секунду. Где он делся? Вот этот блок, да, это отдельно. Дальше. Меню, да, э, э, в данный момент это вот это меню, да, просто оно сделано. Оно тоже отдельно. То есть э, принцип такой. Мы должны э, у себя в проекте сделать так, чтобы каждый блок в любой момент мы над ним могли продолжить работать или вообще заменить. Но при этом это никак не влияло на всю структуру сайта. Давайте посмотрим воочию, в принципе, как это... Этого можно э, по крайней мере э, принципиально, да, чтобы вы понимали. Итак, э, вот как кто-то со школы задавал, зачем папка Templates основная, если есть э, в приложениях да, э, папки абсолютно верно. В, основ, в основную папку templates мы и ложим базовые шаблоны. При этом, ребят, вот сейчас прошу запомнить на будущее. Я отказался от мысли называть директории просто, то есть основные файлы базы. Почему? Ну, пройдет время. Захотите вы скачать какую-то библиотеку и под себя переписать? Ну, какое-то приложение. Так вот, в основном все библиотеки, ребята, программисты используют файл базы. И когда вы скачаете ну какую-то библиотеку, да, там, Жанга, да, и у вас будет база, и там база, и вы опять столкнетесь с переделкой и путаницей. Поэтому, если вы, вы же не можете сейчас утверждать, поэтому лучше всего назвать свои не база, а как-то по-другому, да, чтобы дать возможность, когда вдруг вам, ну вдруг понадобится какая-то библиотека, и там будут еще шаблоны, и там будет база, чтобы он не вступал в конфликт с вашими шаблонами, да. Это такая маленькая вещь. Так вот, смотрите, то есть берем, редактируем навбар. По сути дела, по логике Жанга мы вставляем сюда всего пару блоков, блок контент и навбар, все. Дальше мы делаем, допустим, кабинет. Кабинет э, мы тоже можем в любое время править, но э, вот эти вещи, да, чтобы вставлять, нам надо в кабинете просто вставляем новые шаблоны, да и называем их, их логически, да, блок на бар секшн, да, то есть секция навбара, э, понятно, что это бар навигации, который, в принципе, вот он и есть, да. Сам бар навигации, вот мы его пометили, но на самом деле все бары находятся в папке навбар, то есть путаницы нету, навбар курсы, да, и поехали, навбар джанга, навбар Python, и при этом вот этот каждый, вот эту вот каждую вещь, каждое меню, мы опять же можем изменить и редактировать отдельно. Получается, что мы работаем постоянно с каким-то маленьким куском кода, не путаясь, да? И у нас очень все четко разделено. Сам же, если мы посмотрим, а как на в этот попадает? Вы вот поняли что э, в кабинет базы вот видите мы на, мы вставили тек на в бар секшн ну секшн как там правильно сказать и э, дальше все дело совершенно простое берем любую страницу просто вот опять видим наш но на в бар секшн и Просто при помощи include вставляем наш файл. Все довольно банально просто. Это не всегда используют. Но при этом смотрите, что происходит. Так как Django видит, что здесь, на бар секшен, и он вставлен тех здесь, да, то он четко отобразится э, только в нужном нам месте. Но э, в чем э, классность? А классность в том, что, как вы понимаете, что мы над меню можем работать отдельно. И опять же не боятся, что что-то повредим в сайте. Нет, мы будем работать только с этим меню. И дальше, если мы посмотрим вот эти вот вещи, что вы принципиально, вот эти вот вещи, да, э, то есть какие-то блоки, да то опять же получается каждый блок, мы над ним, мы его разделяем и уже работаем отдельно. Почему? Потому что, видите ли, когда я даже наблюдал за разработчиками Джанга, в основном все использовали один тех контент, да, я отказался от этого тоже. Почему? Потому что опять было какие-то как это правильно сказать, конфликты. А здесь вот в базовую модель я вставил блок, конце, блок контент, секс, да, секция, секция контента. И уже, когда мне надо поработать на секции, я могу сюда вставить картинки, я могу поменять полностью дизайн в любой момент. При этом это опять не будет отображаться на всем сайте. И э, это можно посмотреть абсолютно верно. Берем любой файл, мы видим, что вот у нас, допустим, навбар идет, а дальше идет э, блок контекст секшн, да, то есть секция контента. И опять, смотрите, мы работаем абсолютно с маленьким куском кода. А теперь вот хочу, чтобы вы прямо сейчас уже уловили основной замысел работы с Bootstrap. Ведь вся путаница начинается с чего, ребята, с непонимания, с непонимания э, использования именно контейнеров. Мы сделаем хороший курс, ребята. Немножко терпения. Но понимаете, когда смотришь э, в интернет, вот по посмотрите, люди не объясняют принцип. Они показывают, вот мы делаем вот тут контейнер. Там будет шапка, потом делаем там для контент конт контейнер. А на вопрос, почему так, люди не отвечают. Вот именно посмотрев когда-то такие уроки, еще давно, я и сделал этот сайт. В принципе, сделал там один контейнер, два, и получилась фигня, да, с которой я мучился несколько лет и наконец созрел переписать. На самом деле, ребята, надо понять один простой принцип. Не надо бояться контейнеров. Давайте я объясню его прямо сейчас. Принцип заключается в следующем. Если нам какой-то элемент сайта надо сложить вот так, да, чтобы он складывался. И не сложить, а управлять его поведением на все 100% то всегда смело вбивайте контейнер. Ведь давайте посмотрим. Э -э у Навбара есть контейнер. У -э базового кабинета есть контейнер. Но внутри тоже есть контейнер. При этом каждый контейнер э будет вести так, как вы это себе сделаете. То есть мы это тоже научимся делать. Вы поняли замысел? Не надо бояться контейнеров. Просто э, контейнер э, всегда имеет три вещи. Три вещи. Надо просто э, правильно относиться. Понимаете, э, обычно вот у меня было такое понимание, что контейнер... Колум. Три, три вещи базовых, да, от которых надо отталкиваться. Так вот, э, неправильное понимание контейнера. Почему вот, э, часто люди и говорю, что думают: а, а где мне поместить контейнер? Ребят, э, я еще раз вам, вам рассказал: ведь вы все это будете контролировать. Вот видите, реальность, как оно работает. Если вы, вот я делаю элемент, да, в данном случае, смотрите, элемент, вот этот элемент, и я хочу над ним иметь полный контроль, я тоже тут вставляю контейнер, хотя у меня есть и другие контейнеры, просто мы научимся с вами делать так, чтобы каждый контейнер работал в нужном нам направлении. Например, вначале у меня вот это меню уходило вниз, что очень неудобно. И я его переопределил не в этом контейнере, а, а в контей и не в этом контейнере, который основной, а в контейнере, сейчас покажу, Текции, вот где это просто вот нутро, да, это просто текст. Я просто смотрел, подбирал шрифт, вот здесь переопределил. И э, потом, когда, то есть меню должно всегда быть либо вверху на маленьком экране, либо слева, либо справа. Справа по умолчанию один есть момент, когда оно слева, но просто я уже не хотел заморачиваться. Дальше оно, оно уходит вверх, то есть все работает правильно. Так вот, ребята, э, в первую очередь э, сам, сам когда вот понял, да, ну, контейнер, по сути дела, де, делит экран на 12 частей, но ров ряд не надо воспринимать как ряд. Ряд это не ряд. Это, сейчас слово вспомню, это надо воспринимать как конте как наследование. То есть, по сути дела, давайте так, контейнер будет делить наш экран на 12 частей. При помощи чего? Ряд, не ряда, а именно вот ряд и будет управлять э, колонн при помощи колонн. Да? Э -э Делением. То есть вот эти три вещи, они вместе. Нельзя писать код, это будет неправильно. Вот здесь. Нельзя писать код вот здесь. Нельзя писать. А можно писать код только здесь. Где контейнер, запомните, ров колум. В колум, то есть э, строка. Мы уже и пишем там. Вот эти три вещи, этот компонент общий и э, включают. Потому что я видел, что пишут код и здесь, и здесь, и это все неправильно. Ну, представьте, вы взяли банку и открыли крышку, да, в ней, она полная, и побежали, она разольется. То есть, вот как задумано, контейнер от колумн. В контейнер всегда должен быть ряд и колумн, но ряд мы не воспринимаем как ряд. А ряд это просто дает возможность контейнеру именно выполнить свою роль, разделить экран на 12 частей. Именно и э, Колум мы уже можем там делать э, графы одна больше, вторая меньше, то есть уже делить слева направо, ну то есть уменьшать, увеличивать. Но это одна структура. Поэтому, когда есть контейнер, есть ров, есть колум. Ну ладно, это потом в уроках будем рассматривать. А сейчас, пока, замысел поняли. То есть, вот такой курс мы будем писать. Да, я сейчас буду писать, хотя по бустрапу есть, но сейчас будем уже я вам предлагаю на себя принять эти требования. Раньше э ну там и эти уроки останутся для новичков, это было не принципиально. Теперь к дизайну мы отнесем э, очень серьезно. То есть э, требований будет больше, я сейчас просто выписку сделал, да, доступность в один квест, доступность одного места, использование более двух цветов и поджанга, подробное разделение с целью дальнейшей работы над сайтом. Это вы увидели, да, я показал. То есть всегда в любой момент времени мы, мы должны позаботиться о том чтобы мы могли редактировать какой-то кусок контента и он никак не влиял а вот то что насчет контейнера вот я я вам покажу вот например деталь видите у меня здесь контейнер и везде и там контейнер то есть Контейнеров я использую столько, чтобы иметь постоянный контроль. Думаю, курс вас заинтересует. Ну, и так много времени, давайте другие вопросы затронем. Итак, с сервером я показал, мы уже начали работать. Большое внимание будем уделять, уже начали уделять Jupyter. Да, это командная строка, которую можно сохранить, это архиважно. Здесь, э, хотя я много уделяю в курсах внимания командной строке, но я знаю понимание новичка. Да, новичку проще написать функцию. Я сейчас уже не буду показывать, потому что нет времени. Проще написать функцию, да, э, нежели взять кусок с командной строки. Так вот, с командной строкой надо работать, потому что должно все быть наоборот. То есть вы должны понимать Работая в командной строке с куском кода, а уже в голове у вас дорастает. Как вы напишите функцию? Понимаете, все должно быть наоборот. Поэтому работает. Бустап, поджанга понятно. Поджанга. В принципе, школа выполняет свои требования. То есть, ребята начинают писать сайты, начинают разбираться в документации. Но все-таки я решил уделить более, более, более внимания больше внимания таким вещам в джанго. Я уже говорю дальнейшее, да, для новичков достаточно информации в школе. Первое. Структура проекта. Раз. Второе. Обязательно, э, я уже часто обращаю, это темплейс, то есть как это упорядочить. Обязательно создаются папки, чтобы никогда не было перекрестных имен. Дальше мы уделим большое внимание такой вещи, как я давно хотел, но все, не было времени. Библиотека, которая устанавливается... Так, не туда я мотаю, похоже. Вот. Джанга-контрип, типы контента, да, контент types Так вот. Это мощнейшая библиотека. Просто понимая ее и используя, э, как она работает вообще. Э, это настолько гениальная вещь, но никогда не доходили руки, хотя сам я ее использовал. Да? И использовал я на этом сайте, где тоже надо переписывать дизайн, но сейчас не доберусь. Да? На этом сайте. Да? То есть, по сути дела, эта библиотека и пишется, когда нам надо написать более сложные вещи. Так вот, в чем ее суть? джанга когда мы создаем модели, да, вот мы делаем определенные модели. В, кон в типах контента джанга эти модели собирает в одно пространство. То есть вот здесь вот оно собирает все модели. Чем нам это важно? Так, эух. Ну, в общем, поняли, да, я не буду сейчас. Вот это модели, но они в, од в одном пространстве. И получается, что используя типы контента в одном пространстве, так как они в одном пространстве, значит, любое поле с любым мы можем взаим установить взаимодействие. При помощи этого можно написать абсолютно любые самые сложные вещи, любые социальные сети, любых роботов, любое, все что угодно. Почему? Потому что... Здесь является залогом, когда вы начнете использовать типы контента, то вы, мы, начнем, мы увидим, что джанга нам собрала в одно пространство, и нам только всего лишь научиться, как одно поле взаимодействовать с другим. Это отличается, хотя мы там используем от э, многие ко многим, фо, э, многие к одному, да, и один к одному. Э, э, мы там используем эти методы. Это иной уровень программирования, поэтому обратим на это внимание. Что еще дальше будет в школе в Python? Э, ситуация довольно серьезно изменилась, то есть э, народ хорошо воспринимает, э, много сделано при, при не просто когда человек изучает, а есть хоро хорошая в группе рубрика изучение классов, изучение функций. По сути дела, я когда-то вот это, вот над этой системой я, в принципе, работал последних два с половиной-три года. Здесь, вот в группе, собраны э, все вещи которые нужны в практике ежедневно. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в общем, я расскажу на пальцах, потому что времени много, а рассказать хочется мало, а рассказать хочется много, потому что видео длинным получится. Да, вот здесь, допустим... Большое количество страниц, наверное, уже 10. И здесь я ставлю вопросы. А вы делаете, вот Асачи все проделал, да, вот молодец. И я показывал как-то код, который он раньше, вначале писал первый и, и сейчас пишет. Круто, я скажу. Так вот, только не надо все это смотреть, а надо проделывать. Почему, ребят? Вот есть архиважные вещи, да, которые я могу сейчас вам сказать. Вот э, я в них рассказываю, да, во многих уроках на моем YouTube канале, что понимание языка включает несколько составляющих. Например, э, вы смотрите просто видеоурок. На самом деле, когда вы просто посмотрели видеоурок, ничего не делали, это все улетучится. Вы можете смотреть кто-то ставит задачу, не вы можете. Быстрее просмотреть уроки. Это пустое занятие, ребят. Просто быстрее, быстрее забудете и выйдете на уровень через год. Код понимаю, писать не могу. Надо это? Не надо. Почему? Есть. Э, за эти годы я вывел интересную систему, которую хочу вложить в этот новый сайт. Так вот. Смотрите давайте вот представим некую структуру. Это не все, но сначала идет видеоурок. Правильно, человек знакомится, ему проще посмотреть видео. Видеоурок. Так вот, вы посмотрели видеоурок. Если вы просто пошли дальше, то в принципе это мало дало толку. Что надо сделать? Первое, что надо сделать, несколько раз переписать код со своими переменными. Это шаг один. Переписать. Знаете, вот, э, хоть меня упрекают некоторые, даже пишут мне, что Асачева, оказывается, нет в школе, что это э, я его придумал. Ну, просто-напросто так получилось, что пришел парень, ну, который выполняет все домашние задания. Ну, молодец, и вырос очень быстро, да? Переписать. И вот я как-то заметил, он пишет четыре раза там проходил функции четыре, вот и я, наверное, начал рекомендовать с его опыта, да, сейчас, что по крайней мере четыре раза напишите с разными, да. Второй момент, ребята, вот, допустим, мы работаем со списками. Я говорю, что вот вы работаете, и то, с чем вы работаете, это важно. Наберите в интернет, допустим в питон, да? Что важно? У вас начинает формироваться правильный, правильный порог запроса в голове. Когда вы набираете, это вы уже не видеоурок, это вы начинаете использовать лич, личный опыт. Вы набрали, открыли, и вы уже понимаете, о чем идет речь. То есть оно прорастает. Вот сейчас, когда вы, кроме видеоурока, работаете с браузером, у вас идет прорастание, потому что используется личный опыт. Именно он запоминается. В школе есть очень классный раздел, который мы намного больше расширим, как я говорил. Вот то, что я показывал, только я его потерял много. Вот здесь. Ну, да, давайте разъясню примерно, да, ну так, на словах. Функция, функция, это рабочая лошадка. Вот я себе сел и подумал, что важно знать новичку. Потому что сам сказал, это какие бывают функции, что делают аргументы, как они ведут, как функции используют функции и так далее. И вот эти все вещи я вбил здесь в домашние задания. Поэтому не надо вот, когда вы делаете, просто взял и просмотрел. Когда начинать этот раздел? Прошли функции на, для новичка, да, на pro365.net. И сразу приступаем к этому разделу. И сейчас вниз опустимся. И сразу же начинаем изучать Kotlin. Сейчас поясню, если не забуду. Говорю, я именно хочу вам картину донести. Две вещи. То есть... Вот этот раздел, спокойненько вечером, вот вы днем делали уроки, сели, открыли одно что-то. И вот здесь теперь попробуйте расширить функцию. Возьмите строки, они очень часто. Во-первых, попытайтесь объяснить пару, что такое строка. И вот вы сидите, читаете, и действительно, а толком вдруг не знаете, да? И вы начинаете... Где есть ссылки, вы смотрите курс, но при этом сами начинаете набирать строки. При этом к концу вечера, к концу вечера я ж вас направляю, но работаете вы. У вас должно со строками и все это пишем э, в это, в пайчаром. У вас со строками должен быть полный порядок. То есть вы начинаете, кроме видеоуроков, где мы идем по серверу, вы идете, идете дальше. Но вы спокойно по 2 часа вечером проделываете вот этот раздел и используете личный опыт. Это архиважно. Ребята, почему? Потому что когда мы начинаем использовать домашние задания, да? Заметьте, я ставлю вопросы домашние задания вот в этом разделе я ставлю вопросы но но давайте подумаем во-первых вы начинаете вдумываться в задание да есть вопрос когда есть конкретный вопрос всегда можно найти конкретный ответ то есть вы потихонечку учитесь конкретизировать в программировании вы учитесь как это правильно зерна, да, от привил. То есть, если вы работаете э, с функциями, то вы э, ищете по функциям, и у вас начинает в голове вот эта градация. И именно вот это первые шаги, когда начинается у вас осознанное понимание. Когда вы начинаете с этим разделом работать, и работаете в течение там пару месяцев, дальше пойдут тут классы, то у вас начинает раскладываться по полкам. Почему? Потому что и в коде вы пишете, а здесь вы уточняете. То есть вы постоянно учитесь. Но здесь происходит несколько вещей, как я говорил. Когда вы, кроме видеоуроков, начинаете выполнять домашние задания, и то, что не знаете, проискивать, вы же уже вас научили, что такое список, как он делать, вы имеете. Но дальше вам надо дочитать, доделать в кристаллизовать. И вот эта ваша самостоятельная работа, она как раз работает на отложение в мозгах. Понимаете меня? И это тоже многие... Вот смотрите, ну что, много ответов, ребят? Ну, немного, да? Кто-то делает, кто-то стесняется. Вот посмотрел, я появился еще, Володя Фомичев, тоже пошел бомбить крутые домашние задания, да? То есть, много требований, да? И... Еще один момент вы обязательно все документируете. Помните, я говорил. Ну, неправильно писал, ладно, черт с ним. Вот здесь, в Джанго 2, в Джанго 2, мы уже вбили конкретно, что Баргдаван. И вот заметьте. Я же тоже делаю, я же ж делаю то, что вам советую, то и делаю. Вот, например, вот делаю я сейчас проект Реневе, да? И вот, смотрите, я веду всю документацию по проекту, я ничего. Вот у меня записано все, что я установил. Потому что если где-то когда-то я переустановлю, я всегда вернусь, посмотрю, где мне какая надо версия, да, и что у меня установлено, и что я могу, что может пойти или нет. То есть я тоже вы ведете документацию. Когда вы ведете документацию, у вас работает еще, вы осознаете, ребята, документирование, да. Есть, сейчас выключу, извините, надо вот одну мысль, только что вот помнил, потерял, поэтому выключу. Все, записал, сейчас покажу. Но сначала маленький фрагмент. Я тоже добавил видео от Джанга 2, правильное выполнение вот Володя Фомичев, домашнего задания. Вы э, посмотрите, да, насколько скрупулезно. Ребят, это и есть успех понимаете, не бежать, а разобраться и записать. Когда вы, во-первых, разобрались, да, вы уже понимаете, он, он, я показывал на примере ФТП на сервере, как он конфиг разложил, да, конфиг выложил свои мысли, что важно, вылови, выложил Дальнейшую работу, то есть проработал, но и задокументировал, потому что он даже сбрасывал мне Джупитер, да, то есть э, мкдокс э, То, что я говорил, документация всегда сможет вернуться, подправить. И так набирается. Теперь э, есть важный момент. Вот смотрите: то есть, здесь вот эту систему, как раз таки, я сейчас и вкладываю в новый сайт то, что мы говорим. Вот здесь мы пойдем немножко дальше, да? Искусственный интеллект. Сейчас, а потом закончу уже. Искусственный интеллект. Я э, также дал статью э, «Сложилась такая ситуация». Вот я дал вам ее, почитайте статью что будут возобновлены уроки по искусственному интеллекту. И в принципе история такая: я давно начал искусственный интеллект, но как-то люди не потянулись, да, то есть сложновато, был неправильно выбран подход. Сегодня все сложилось курс искусственного интеллекта должен быть применим для любого проекта. Понимаете, в искусственном интеллекте, в Python, он используется в нас, он используется везде. Китайцы вообще сделали э, из распознавания лиц, потому что работает он очень быстро на библиотеке NumPy, которая написана на C, то есть работает со скоростью C. Имеет огромное... Но ну, управляется с Python, имеет огромные возможности. 400 библиотек на все случаи жизни. Так вот, тогда я немножко избрал немножко неверный подход. В принципе, правильно, сном пай, но сейчас дело интересно. Каждый из нас собирал в детстве земляничку, да, на, на травинку там нанизываешь. Так вот, должно быть нечто этой травинкой. Мы э, возьмем травинкой с Кикет Это именно библиотека искусственного интеллекта. Ну, например, чтобы было более понятно. Сначала ее цель. Тогда я не пытался найти в своем проекте. Сегодня я обязательно найду в своем проекте ее использование. По сути дела, принцип здесь довольно простой. Ну, представьте, у нас неважно о чем ваш сайт. Он может быть в картинках, он может быть о машин машинах, он может быть в производстве. Всегда... Есть момент, когда мы можем доверить э, принятие решения искусственному интеллекту, но под нашим контролем. Вот у нас есть несколько вещей. По сути дела, смотрите, э, это могут быть, э, ну, что всем понятно там, кухня, да, давайте варить суп. Не, кухня не пойдет сейчас. Немножко я запутаюсь тогда. Пусть это будут у нас... Опять выключу, продумаю немножко. Вот смотрите. Ну пусть будет всем понятно. Но у вас сайт, где есть картинки. Хотя потом переложите на все, что угодно. И человек просматривает фотографии животных. В данном случае это мой котик. да, Но тут будут разные котики, собачки. По сути дела, мы можем сделать две вещи простых, три простых вещи. Вещь номер один. Оследить, что интересно человеку. Ну, так работают и ВКонтакте, и все сети. Второе. Назначить, назначить некие ключи. Ну, например, каким-то образом обозначить, что э, это фотографии животных. Да, и э, еще лучше обозначить, что это фотографии котиков. Смотрите, что интересно. Вы на своем сайте это можете сделать потом, да? Когда мы поставили, как бы, э, какие-то ключи к контенту, к фотографиям, да неважно к чему, смысл главное понять. То есть вот эти вот ключики, да? То... По сути дела, принима, при, применяя библиотеку Skicket Learns с готовыми алгоритмами, мы ставим ключи и ставим приоритет. Ну, например, что кот важнее, чем попугай. То э, уже искусственный интеллект, который мы пишем, на основе алгоритмов будет принимать решения. И, например, человек рассматривает котиков, и бац, вы ему представляете друзей, которые тоже любят котиков. Ему комфортно, ему интересно. Пожалуйста, можно предлагать корм, лечение котикам, все что угодно. Я показываю смысл. По сути дела, три простых шага. Понять, что, нужно, что делает человек, назначить ключи, назначить приоритеты. Все остальное сделает по алгоритмам искусственный интеллект. Это уже интересно. Это может быть применимо на сайте, в программе. Даже если мы продаем колеса, можем классифицировать кла колеса э, по технике. Ну, в общем, интересно, да? Согласны, да? Смысл поняли. Теперь, ребят, смотрите, но э, у нас же школа. Я хочу первое. Для себя я вывел три XU, Бляха, извините. Три аксиомы. Так вот, вот то, что я рассказывал ранее, то уже есть в школе, да, э -э изучение... Буст -э -э стоп, стоп, стоп. Вот эта вот система, да, вот это то, что мы делаем. Но мы добавим искусственный интеллект теперь уже немножко в другой вещи. Курс должен вести к более глубокому пониманию. Ну, во-первых, когда мы разберем алгоритмы этой библиотеки, ну вот представьте, у нас там 400 библиотек. Но я говорил по про соломинку, помните? Соломинку мы возьмем библиотеку и именно и возьмем вот эту библиотеку, то есть не соломинку, а вот эту травинку, да, э, с Кикетлером. А там есть еще 400 библиотек. Все остальные библиотеки будут как землянички нанизываться именно на эту соломинку, как необходимые вещи? Ну, например, к примеру, к, к, к примеру библиотека Pandas. Она может э, вывести нам таблицу с любыми параметрами. Например, при помощи библиотеки Pandas, э, ф, буквально в одной функции, мы бы могли вывести пользователей э, по городам, по странам, какие у них животные. То есть, замысел поняли? Но при этом мы э, продолжаем дальше. То есть курс должен вести к более углубленному изучению питона и других языков. Мало того, понимание должно вытекать без потери самой нити. То есть, грубо говоря, если вот к этим вещам, которые я рассказывал, мы, кроме джанга, тут само собой Django и джанга, и пайтон, мы добавляем искусственный интеллект. Это чистый Python, который мы, в принципе, тренировали по домашним заданиям. И там, когда уже, вот почему я это хочу включить, вы, например, изучаете список. Но там вам придется со списком разбираться досконально. Почему? Потому что, в принципе, когда вы работаете с классификацией или с другими вещами, вы будете работать с методами списка, и вы будете вынуждены их изучать очень подробно. Значит, этот шаг у нас ведет конкретно к более глубоком изучении языка. Круто, круто. Наша цель достигается. И должен иметь при, принцип травинки. Всегда. То, что я показал. Почему? Потому что можно же по-разному подходить. Э, люди, которые работают с, на с научным вычислением, вот я поэтому немножко неправильно подошел, и людям было неинтересно, да, они берут другой подход. А мы берем подход ежедневный, потребительский, применимый к любой программе сайту. Ведь согласитесь, что такая классификация, как вот мы поговорили, сюда можно поставить швейные машины, э, все что угодно. И по сути дела, независимо это сайт, программа, но применить некую логику, которая должна программа выполнять без нашего участия, но основы закладываем мы, да? Это круто, круто. То есть, по сути дела, по сути дела, замысел поняли. Ну и теперь самый еще очень важный момент. Помните, я говорил, начинаете работу с этим разделом, который я показывал. Ну, не буду искать, вы думаю, вспомните. Так вот, дойдя до функции Python, именно когда вы дошли до функции Python, с этого момента вы начинаете изучать Kotlin, второй язык. Потому что многие недоумевают, а зачем? Ребят, я вам давал в начале ссылки, и посмотрите там эти видео. Они на простом языке рассказывают, почему надо изучать несколько языков. Так вот, ребята, есть несколько понятий. Есть понятие язык, а есть понятие программирование. Понимаете? И есть понятие выбор языка. Видите, после 9 лет все это приходит. Я очень рад, что вы будете намного дальше, чем я находиться за эти годы. Потому что я очень хочу, чтобы вы, отталкиваясь от моего опыта, и не повторяли. Когда я начал изучать, мне попалась в 2009 году статья одного суперпрограммиста, не помню фамилию уже, но он писал примерно, изучи, отдайте языкам около 10 лет, изучите десяток языков, а я подумал, наверное, как бы подумал каждый из вас, кто новичок. Тут бы один язык изучить. И вот когда прошло где-то почти 4 или 5 лет с начала моего изучения, я понял, что я уперся в потолок. А как это случилось? Мне понадобился GC. Я не помню, зачем уже. Но вопрос в том, что вдруг я для себя выясняю, что оказывается я то изучал функции Python. Там все было понятно. Функция и функция. И тут я выясняю, что функции, они бывают разные, первого уровня, высшего уровня и так далее. А ведь, ребята, если б я тогда послушал этого программиста и начал изучать еще один язык, я бы это выяснил давно. На сегодняшний день, если бы мне надо язык, я, не, я бы уже не, не, не надо мне его полностью изучать. Мне надо посмотреть, а что там представляет себя функции то-то, то-то, то-то. Мне уже понятно, как писать. Мне достаточно типы данных, язык, операции, и все, погнали. Так вот, ребята, изучение двух языков, лучше динамического, а второго статического, выводит вас на уровень, что вы сможете писать на любой язык. Так вот, я взял Котлин второй. Ребят, вы спросите, почему, Котлин. А потому что выбор языка, опять же, как задает вопрос новичок, а какой язык изучать, а что на нем можно написать, это вопросы неправильные, ставящие в тупик. Это не важно, ведь важно что разделять? По рынкам. Я это опять пришел, наверное, через лет семь после изучения. Нам надо веб рынок и мобильный рынок и у нас складывается картина Python нам обеспечивает весь серверный рынок Instagram вспоминайте на нем весь мир в Instagram серверная часть на Django Python я взял второй язык Kotlin Kotlin это следующий шаг в развитии Java. Это мобильный рынок. Но не думайте, что на Kotlin можно написать только мобильное приложение. Kotlin ⁇ это прорыв в языках. Это полностью язык, на котором можно написать сайт и даже сам сервер. И он будет работать со скоростью Java. При этом Kotlin пригоняется от Java. Ребят, ну смотрите, картина получается. Python, Kotlin, Java, GC. GC. GC, да. По сути дела, вот этот минимум, да, ну берем Kotlin, Python, GC, мы можем написать все, что угодно. При этом к Java вы и так придете. А почему придете? Изучая Python, а в Python объектно-ориентированное программирование самое широкое, чем в других языках. Вы будете понимать основы. Допустим, когда я начал давать Kotlin, там э, много чего... Из-за языка, допустим, множество наследований там нельзя. Но мне, когда я читал, уже было сразу понятно. Ведь я знаю, что такое множество наследований. Здесь нет, но здесь будем делать по-другому. То есть мне ООП Kotlin было сразу понятно. А начинать, допустим, чисто Java, это объектно ориентированный язык, это до первой куча ошибок. И желание у всех заканчивается. Но если изучать питон Kotlin Java, потому что с Kotlin любой код перегоняет Java, то Java будет как... Вы знаете, продолжение вы его будете со временем понимать само собой. Ну и GC без него никуда, хотя я и не люблю этот язык, но что сделаешь? По сути дела, мы можем добавить абсолютно любой язык. Просто когда мы начинаем изучать два языка, когда, как я говорил, мы изучаем только язык, мы упираемся в какие-то рамки. Но как только мы добавили второй язык, допустим Kotlin, и мы доказали себе почему, да, потому что мобильный рынок это круто, то сразу у нас пошла разница. И Kotlin я даю совершенно по другой методике. Там, ну, посмотрите этот сайт, дам его. И мы начинаем, смотрите, писать на разных языках. На самом деле что там и там разный код для вас не будет иметь никакого значения. На самом деле, что будет происходить со временем? Вы начнете понимать, что все языки похожи. Вы начнете понимать, что э, всего лишь все языки имеют современные, которые мы в основном функции, классы, типы данных. Да, они разные. Да, строка есть Питон, строка есть Котлин. Ну записывается по-разному, но смысл один и тот же. И у вас начинается идти переключение, и вы начинаете понимать, в программировании это совершенно иной уровень. И я всегда говорю, ведь чего люди боятся? И я когда-то боялся путаницы. Это было ошибкой. Именно в эту путаницу, которую вам кажется, я вас втягиваю. И этот период вы должны пройти. Я вам рассказывал, что я 4 года программировал, потом взялся же за GC. Мне нифига не было понятно. А, е, а если я начал сразу учать, изучать два языка, то, в принципе, я могу вклиниться в любой язык и начать писать на нем. Практически моментально. Так вот, почему? Потому что у меня сформировались другие приоритеты. Я вам сказал, что я смотрю, а что там включает функцию, какие типы данных, то есть я уже знаю, что смотреть. И у вас это сформируется. Поэтому, по сути дела, изучая два языка по выбранным рынкам, вы сможете выйти на абсолютно любой язык. Это круто. Но вы находитесь при изучении одного языка на уровне язык вот здесь. Когда вы изучаете два, ваш уровень резко возрастает. Резко. И вот этот момент, момент, который кажется момент путаницы, он кажущийся. Я не раз давал пример Сергея Сачева, который все-таки послушал и начал вот его историю, да, что он изучал четвертый раз функции, но потом подумал, и со временем, э, и со временем, я смотрел на его домашнее задание. Он пишет на Kotlin, потом на Python. Ему стало легко переключаться. Этот момент будет пройден. На самом деле все уложится в голове. Этот момент надо пройти независимо от опыта. Его надо пройти. И потом идет осознание структуры языков в целом. Поэтому вы можете писать на любом языке. Но ведь это правильный путь. Все, ребят, длинное видео. Но теперь... В принципе итог я не буду подводить, но э, вы э, хотел вам показать, что я хочу сказать, что вы отталкивались именно вот от этого опыта. Пусть у вас будет это началом, да? К чему я шел годы, как я сказал, что я начал изучать язык там второй, то есть через несколько лет вы этого не делаете, вы делаете это сейчас. И поэтому постарайтесь вот вобрать то, что есть в школе. Давайте подытожим. Нам нужна серверная часть. Мы будем встраивать до Python, Kotlin. Мы должны это уметь делать. Мы будем работать еще больше с командной строкой Jupyter. Jupyter. Юпитер, Jupyter как-то. Мы будем больше работать над дизайном, но уже ставить конкретные задачи. Мы углубимся в Django уже более профессиональные вещи. Мы добавим искусственный интеллект, чтобы более глубоко понимать Python. И мы подключим второй язык, подключите, вот придете до функции Python, подключаете Kotlin. И не бойтесь этого, э, этого, э, как его правильно сказать, путаницы. путаница, потом пройдет. Я дам все-таки историю Осадчева, как вот он пишет, да, Обратите внимание на выполнение домашних зданий, как я дал вот видео с Володей Фомичевым. Итак, теперь сформули... сформулируем цель школы. Долго говорил, уже аж запинаюсь. Цель школы. Изначально цель школы и была, она осталась сегодня такая же. Моя цель была школа программирования для непрограммистов для людей, которые в свое время не закончили высших учебных заведений именно в этом направлении, но всегда под ложечкой подсасывала: хочу программировать, хочу писать код. В школе очень много людей других языков, и цель школы, чтобы человек начал сам делать. Я собрал истории, да, вот здесь люди изменили жизни, кто-то устроился на работу, вот человек был интересный, и сейчас есть Саша Голанин, который в принципе э, на тот момент семнадцатого года он воплотил вот в вот эту нужность, да, школы. Он написал Два года назад я носил мобильные телефоны, продавал, а сегодня я работаю разработчиком джанга в банке. Первую часть, что человек изменил жизнь, конечно, благодаря своему труду, но он поблагодарил, потому что школа ему помогла войти. Вот это важное, войти в клею программист и начать идти самому. Вот это и есть цель школы, и она выполнима. Но сейчас, если все это вот добавить, как я показывал, да, то будет еще круче. Немножко просто терпения надо сделать, переделать этот дизайн. Все, ребят, начинать надо в любом случае с spb-tut.ru, с этого сайта, с Питон Джанга, кто начал смотреть. И, в принципе, вот то, что я рассказал, старайтесь вот прослушать, да, где-то пометить. И важные моменты, которые я говорил, надо проискать там в браузере то-то, делать то-то. Это важно соблюсти. Важно слышать, ребята. Вот почему говорю, вот о Вот он слышит. Ему сказал, он делает. Поэтому и уровень. Он делает. Сложно, несложно. Я видел, как он ковырялся. Помню, последние, нед... последние моменты были, уже не буду 20 подобных, недели три ковырялся. Но достиг результата. Молодец. Поэтому главное сделать. И, ребят, важно быть в группе. В группе домашние задания, в, в группе сбрасываются рекомендации. Это архиважно, понимаете? Поэтому тот, кто в группе, в группе, э тот постоянно и в курсе. Надо вариться в этом. Все, ребят, длинное получилось. Спасибо за доверие. Все получится. Писать код будете на 100%.